Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я сейчас заварила чай, у меня еще салатик. Я буду пробовать шоколад. Верно взяла Red Delicious. Здесь написано 16 калорий в одной дольке. На самом деле они врут. Они занизили калорийность, за что я считаю, надо наказывать. В одной дольке больше 18 калорий, но, в принципе, сейчас многие так делают. Я предпочитаю шоколад Линд, но его, в принципе, не было, например, в Ашане. И я решила взять вот этот Верно. На него была акция, в принципе, он в любом случае темный. Попробуем 1-2 дольки. Ну, я не сладкоежка, но, честно говоря, сейчас стараюсь как-то разнообразить рацион, чтобы было не скучно. Поэтому попью сейчас чай. Чай у меня базилур. Следующий день. Я сейчас буду делать водорослевую маску. Она не очень хорошего качества, но все равно надо добить. Она так минимально увлажняет. Ну и патчи под глаза надо тоже добить. Вот Organic Kitchen. Ну, на мне они как-то слабо работают, к сожалению. Кофе уже сварился. Ну, у меня таймер стоит. Так, и буду сегодня здесь убираться. Надо все-все протереть. Ну, еще достаточно темно. Я люблю. Как-то полюбила вставать рано. Нравится мне это время. Мой завтрак, ну, как всегда, бутерброд, каша, здесь еще тыква у меня, свечка, кофе, салфетка, люблю их менять. Сейчас я мед добавляю, не добавляю, точнее, в кашу. Сейчас буду делать свечку, решила попробовать. У меня много вот этих стаканов осталось. И там понемножку свечек вот. Поэтому, ну, жалко выбрасывать. И я решила все это на водяной бане растопить. Это я все вытащила от фитиля. Буду пробовать. Так, вот я купила фитиль на Wildberries. Самый дешевый метр. Меньше 100 рублей был. Попробую. Не знаю, конечно, что получится, никогда подобное не делала, но ладно. Так, вот у меня еще свечки. То есть, понимаете, вот это все бы полетело в помойку. Если получится, то супер. Помыла уже стакан, вот самый красивый, в него буду наливать. Привязала, опустила уже вот фитиль, налила растопленную свечку и вот так привязала за шкафчик. Ну, чтоб фитиль держался. Как-то так. И сейчас вот здесь обрежу, оно все равно не сгорит, перетоплю. И тут будет лучше выглядеть. Обрезала. Это икеевская свеча, она мягкая, поэтому я... Вот так вот поднадавила, и когда подожгу, все здесь сравняется и будет красиво. Вот, ну и та свечка станет больше, новая. Интересный эксперимент. Опять же, неизвестно, как будет гореть фитиль, потому что я ничего так не гуглила. Просто вот решила, пришло мне в голову сделать. Вот. Икеевские свечки, конечно, кайфовые. Вот она мягкая-мягкая, в отличие от свечек Леруа. Вот так у меня получилось. Несколько слоев, но потом я уже, честно, все смешивала. Мне было лень ждать, когда остынет. Пахнет икеевским, ну, вот этот аромат перец. То, что коричневая свечка. Ну, в общем, буду пробовать. Так, зажгла. Вроде все горит, все нормально. Так что здорово. Решила перекусить, налила себе еще кофе и взяла ПП-пирог по рецепту Кати Путяковой. Если смотришь, привет тебе. Иду гулять.
Ну, на улице не совсем комфортно, но и не очень-то противно. Нормально. Надеюсь, прогулка будет хорошей. Так что, вот так. Зайду в Билла, там всякие акции, кое-что хочу приобрести. Ну и так прогуляться. В Билла сейчас, конечно, много акций, очень хороших, выгодных. Надо воспользоваться. Но достаточно пасмурно. Но я в любом случае обожаю гулять, много ходить. Хотя тут по району для меня это мало. Я уже, видите, 28 километров с лишним прошла. Там авиапарк, парк дружбы. Много где гуляла. Поэтому, конечно, тут для меня маловато и скучно. Вот там и магазин у нас находится. Такой большой. Этот мне больше нравится, чем наиболее ближний к нам. Ну и опять же, идти дольше. В общем, буду покупать. Я заходила в фикс-прайс еще, кстати, купила хлебцы. Они попроще, но тоже неплохие. Взяла Хохланд, вот такой с ветчиной, и еще один взяла такой чизбургер. Ну, это удобно. Также корица закончилась, ну, морковка там, груша, яблоко, салат по акции 39 рублей стоило, так 59. Так, сейчас нервно ем салат, пью чай и заполняю налоговую. Там какой-то косяк был на Ютубе. Глупость, конечно, но пришлось переделывать. Вообще, прошло столько времени. Заполнила, съела салат, поняла, что у меня недобор по калориям, а есть я больше не хочу, мне вообще не очень. В общем, села пить чай, скоро пойду гулять с собакой. Чай у меня такой, типа, глинтвейн. Это у меня Project Pen чайный. Вот, вот этот вот чай, он, кстати, классный, вкусный. В общем, буду его пить. Сейчас буду разбирать посуду, ну и мыть то, что... Помыть необходимо. Так, кастрюлька, по ходу дела, завтра ее нужно будет прям основательно отмывать. Да. Что-то я вообще рассеянная стала. Вечно все на плите. У меня даже я сижу рядом, то пригорает, то еще что-то. Я уж тут думала, мне ковшик для каши придется менять в срочном порядке, но нет, оказалось, слава богу, все в порядке. Так, сейчас надо будет отмывать мультиварку и прочее, как и собиралась. Забрызгивается все довольно-таки быстро. Ну, блендер-суповарка тут в основном пыль на нее наседает. Вот тут, конечно, жир почему-то. Хотя я вообще ничего жирного здесь не готовлю. У меня жирной пищи как таковой нет. То есть я здесь только разогреваю бутерброд, который типа супер-ПП. Но внизу там почему-то жир. Так, теперь столешницу очищаю. Потому что тут, когда я овощи натерла, почему-то попала, присохла. Хотя я вообще столешницу мою в день по нескольку раз. Но эти дни какие-то вообще были ненормальные. Ладно. Сейчас все будет чисто. Полотенце в стирку отправлю.
Ну и расставляю по местам. Тут, конечно, место впритык для вот этого всего, но, в принципе, тут необходимое то, чем я пользуюсь. С проводами просто беда какая-то. Куча проводов, хоть бы разного цвета они, что ли, были. Надо что-нибудь на них придумать такое. Какую-нибудь наклейку, что ли, какой-нибудь стикер. Чтоб понимать, что к чему. Так, плита. На плите у меня, как всегда, гречка. Больше я особо ничего тут не готовлю. Ну, собаке суп, но он никогда не убегает у меня. А гречка регулярно. То просыплю, то она у меня убежит. Ну и, собственно, вот. Каких-то других загрязнений у меня здесь, слава богу, нет. Ну, то есть, опять же, того же жира. Хотя вот у собаки суп именно такой, с курятиной. Но я сразу ставлю на маленький огонь. А гречка — это прям какой-то, не знаю, волшебный продукт во всех смыслах этого слова. Гречка у меня вездесущая, как на плите, так и по всей квартире, потому что собака ест, везде все это разносит, и я просто уже вообще... Уже следующий день, 6 утра, проснулась. Вот я уже говорила, обожаю это время. Кофе, как всегда, меня ждет. Вчера все убрала, расставила по местам. Ну, а сейчас буду умываться, выбирать какую-нибудь себе маску для лица. Хотелось бы, конечно, глиняную, но ее хотелось бы делать с сауной. А для лица это надо выбрать время. Поэтому возьму-ка я вот эту от Organic Kitchen с вишней, которую Аня дарила. Спасибо огромное. В общем, она вкусно пахнет вишенкой, буду сейчас... ее делать. Пока у меня на лице маска, я займусь приготовлением завтрака. Сварю кашу. Я увеличила количество каши в сухом виде. Я обычно взвешиваю 40 грамм, но я поняла, что и гречки, и овсянки мне нужно по 50 грамм в день. Ну, то есть, когда она варится, ее становится, конечно, больше. Ну, это как бы основное. Тогда уже, в принципе, насыщаешься. И есть хочется значительно меньше. Но я вообще наедаюсь, то есть. Хотя я знаю, что меньше 1200 калорий есть. Ну, занижать нельзя. А у меня и так даже 1500 там чем-то занижено. Но частенько я ем 1000 калорий, потому что, ну, наедаюсь я. Как-то после голодовки у меня и желудок не растянут. Впрочем, он у меня никогда не был растянут. Каша готова. Вообще надо покупать ту, которая дольше варится. Хотя у меня вроде этот самый простейший геркулес просто. Самый такой дешевый, но он всегда разного качества. Так, яблочко здесь немного. Мед я сейчас не добавляю. Мед я с чаем, как я уже говорила. Тут у меня для салата уже приготовление. Так, это бутерброд. Авокадо. А потом я кладу сверху немножко ливерной колбасы, помидор. Салатные листья, огурец и сыр. Сыр для удобства купила такой вот. Попробую, как оно будет. Вчера просто акция была, и даже выгоднее, чем в Ашане брать тот сыр, что я обычно приобретаю. Посмотрим, как оно. Если вкусно, то буду брать. Если нет, то продолжу покупать в Ашане. Но вообще идея вот такая мне нравится. Все в индивидуальной упаковке, не заветривается, очень хорошо.
Надо, кстати, будет присматриваться к новой терке. Она у меня уже очень много лет и выходит из строя. Ну, вот та, что на даче, нормальная. Но мне уже нужна с чашей, поэтому потихоньку буду искать акции, скидки. Оно, конечно, притянется ко мне, какая-нибудь акция. Но я буду покупать только такую с такими насадками и всем советую. Это бомба. Хотя, вот я знаю, люди старшего поколения не очень ее воспринимают. И моя мама, и не воспринимала. Хотя не знаю, почему очень легко быстро тереть, а то, что там немножко остается, так и в обычной терке в руках что-то остается. Такс. Ну, в общем, здесь у меня еще я добавляю кунжутное масло, белую красную фасоль по 20 грамм. Ну и закрываю в холодильник. Приготовление к завтраку. Я тут буду смотреть что-нибудь интересненькое. Бутерброд. И сейчас будет свечка. Обязательно. Как раз-таки та, которую я сделала. Так приятно. Вот, считайте, новая свеча. Ну, у меня вообще их много, кстати. Ну, не сказать, что огромное количество, но достаточно. Что ж, сейчас включу бразильский телеканал и буду завтракать. Уже вон светло на улице. И сейчас я сделаю фруктовый салат, фруктово-овощной. Тыква, морковка, слива, яблоко, груша. Все это натру на терке. Ну, тоже без всего. Оно само сок даст и будет вкусно. Салат готов. Закрываю крышкой. Я этот набор маме покупала, а он ей почему-то не зашел. Но я пользуюсь с удовольствием. Стеклянные пиалы, пластиковая крышка. Постирала. Сейчас буду развешивать бельишко. У меня перерыв на какао, тоже без сахара, но с кусочком хорошего шоколада. Ну, погода у нас ветреная, кстати говоря. Думаю, что прохладно. Видео буду завершать. Благодарю вас за просмотр. Всего вам наилучшего. Пока-пока.